Привет, ребята! Ну что, сегодня 11-й день, надо делать 110 ударов, но у нас будет поправки. Так, чтобы вам тяжело не было, мы будем делать 100 с резинкой или с гантелей, с резинкой или с гантелей. И остальные 10, потом следующие до 200 будем делать без ничего. Так что вот так вот, то бишь делаем 100 с резинкой или с гантелей, и остальные делаем свободной рукой, но более скоростной. Ну что, погнали? Те, кто сегодня подключается, смотрим первые два видео, там у нас будет объяснение, как стоять стоечки, как делать правильный удар. Погнали! И без гантельки встряхнулись, и без гантели. Рукам вы не чувствуете объем, да? Напишите, как вы себя чувствуете, как чувствуют ваши руки. Thank you.
Ой, извиняюсь, 10 до 5. Тут уже было 5. Более эффективно, более правильно, когда все-таки резинка, она идет, работает снизу. Вчера я делал отсюда боковой, не то. Здесь идет хорошая биомеханика, очень хорошо работает именно перкот. Именно то, что надо для апперкота, вот именно отсюда туда ведет, да. Ребенок зовет.
Ну что, пошли укреплять наши ударные, так сказать, палочки. Две минуты получается? А, нет, 10, 50. Фу. Ну что, погнали. Те, кто не могут, дозируйте, отдыхайте, да, и потом опять начинайте. Здесь у нас вся статистика работает. Все внутренние мышцы укрепляются, плечи, руки, пресс, спина. Очень хорошее упражнение. Жена очень вчера смеялась про Алену в стране чудес, про зайца. Сколько еще осталось? Еще 30 секунд? 35? Так, я пробежался чуть-чуть за долгое время. В любом случае, да, делаем так, чтобы было в кайф. Отдыхаем, продолжаем. Это я чуть-чуть подготовленный. Может, кто-то будет сильнее, кто-то слабее. Но мы делаем для себя, чтобы укреплять, так сказать, ударные все мышцы. Вообще, чтобы была физкультура. Это же физкультура наша, так сказать, там ничего сложного нет. Прямой, три удара только. Прямой, боковой, боковой. Все. А потом из этих трех ударов вы можете сделать чудеса. Так что тренируемся и будем, так сказать, колдунами своей жизни.